Сегодня все обсуждают стремительную свадьбу Андрея Норкина. Журналист и телеведущий женился во второй раз, хотя первой супруге Юлии не стало всего один год назад. Почти 30 лет журналист Андрей Норкин был женат на своей коллеге, с которой воспитывал 4 детей. Они познакомились на Радио 101 в далеком 1992, а через несколько месяцев отправились в ЗАГС. Сразу после свадьбы Андрей Норкин официально усыновил 6-летнего сына жены Сашу, которого она родила в прошлых отношениях. А спустя 2 года в семье случилось долгожданное пополнение. На свет появилась совместная дочь, тоже Саша. Очередное пополнение в семье произошло в 2002-м. Супруги усыновили 7-летнего Артема, а через несколько месяцев и его брата, Алексея. Так их в семье стало 6, родителей и 4 детей. Лето 2020 года началось с неприятных новостей. Инфаркт 52-летней Юлии Норкиной, и Андрей Владимирович неожиданно овдовел. Слухов много, но официальная версия – обширный инфаркт. Как сообщил сам журналист, жена была всегда его музой. Именно она вдохновила его на написание 2 книг и всегда поддерживала в непростые для семьи времена. Совсем недавно стало известно, что журналист снова связал себя узами брака. Его второй женой стала некая Ирина Бородина. Женщина возрастная и интеллигентная. Впервые о ней заговорили еще в мае 2020-го, когда Норкин выложил фото Ирины вместе со своей внучкой Евангелиной в социальных сетях. А теперь Андрей Норкин снова женат. Телеведущий выложил целую серию фотографий столичного ЗАГСа и не скрывает личного счастья. О новой жене Андрея Норкина известно не так много. В 1983-м Ирина Бородина окончила педагогический вуз имени Герцена в Санкт-Петербурге, а сегодня работает руководителем торговой компании. Предположительно, ей 58 лет. Бородина старше мужа, но выглядит на свой возраст великолепно. Сам Андрей Норкин никак не комментирует изменения семейного статуса, но с благодарностью принимает все поздравления. Многие удивляются, почему не женился на молодой, как это сегодня модно. А с другой стороны, это и радует.